28 октября в универсальном зале Дворца спорта «Зарайск» состоялся турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти Дмитрия Общего. В соревнованиях приняли участие 4 волейбольных команды. Команда Дворца спорта «Зарайск», гости из «Озер», «Авангард» из Медюкина и команда поселка «Октябрьский». Турнир проходил по круговой системе. По итогам проведенных игр места распределились следующим образом. Третье место у команды «Авангард» из Миндюкина. Второе место заняла команда Дворца спорта «Зарайск». Победителями турнира стали гости из городского округа «Озеры». Валерий Маркович, Анастасия Булатова, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.